Электронный документ вместо бумажного свидетельства о рождении. Югра вошла в шестерку пилотных регионов, которые участвуют в федеральном эксперименте. Югорчанкам не придется идти в ЗАГС для оформления документа о рождении малыша. Свидетельство будет оформляться в электронном виде. Мама сможет его получить в личном кабинете на госуслугах. Позже при желании можно получить в ЗАГСе и документ стандартного образца. Вся процедура оформления свидетельства будет проходить удаленно, что особенно важно в период пандемии. Помимо Югры, в эксперименте принимают участие Республика Башкортостан, а также Белгородская, Московская, Ленинградская и Тульская области. Эксперимент продлится до февраля будущего года. Полноценную работу сервис по электронной регистрации рождения может начать уже к марту 2022 года.